Сегодня 5 июля, горох, сорт Rocket, уже начал засыхать, вот так он выглядит, вроде бы относительно неплохо все, рослый. Что хочу показать? Хочу показать горох, который в действительности был поврежден тлей. То есть, почему он себя вот так повел, почему он быстро, как говорится, сдулся, да, то есть из-за тли была жара, то есть влаги не хватило. И вот эти вот макушки, здесь получается край, они даже не отцвели и не сформировали бобики. А если цветочки, которые сформировали, то бобики либо такие, либо вот такие слабенькие. Ну, естественно, это растение самое, наверное, первое. И хоть оно и рослое, оно и высохло самое первое. Вот такие вот красноватые получились пятна у листьев. То есть вот этот участок, край, он весь вот в таких пятнах. Потому что там, где все более-менее хорошо, там нет таких вот проблем. Здесь вот тоже вроде бы зеленая, но особо не растет и не развивается. Поэтому на самом деле от тли ничего не остается. Если лучшие участки на растение погибают от нее же, она переходит уже потом на сами бобы, на листья, которые находятся внизу, на соседние растения и так далее. То есть все растение усыпано вот, то есть облеплено тлей, можно сказать. И естественно, растение, горох, он, ну, не выдерживает, начинает очень быстро сохнуть и погибать. Вот такое вот здесь, вот такая вот ситуация. Поэтому тля и ржавчина — основные, как бы, отрицательные моменты на горохе, которые будут очень сильно снижать урожайность. То есть вроде бы рослый, вроде бы хороший, не болеет ржавчиной горох, да, а урожай может участок вот с такими проблемами не дать. Вот на это прошу обратить внимание. Еще и когда засуха, когда влаги в почве не хватает, это тоже, то есть растение, горох, не может легко справиться с тлей, потому что влаги и так мало, еще нужно и не только себя питать, но еще и тлю отдавать. Все самое лучшее тле